Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня будет финальная часть оригинальной кампании Half-Life 1, пройденной в кооперативе с товарищами Хиггсом, Атласом и Пандора Зеро. Да. Рвануло мощно. Так, кому тут? А где ты, Пандора? А я псил уже. Порвался. Чё-то как-то сурово очень как-то. Да-да, не говори. Или игра такая суровая, или я уже просто пос... Так сразу не разберешь. Ай. Да мы тут все помираем, поэтому... Да, взаимопомощь. Спасибо. Девушки подходят друг к другу и начинают тыкать друг друга. Массировать, да? Вот здесь вот, смотри, где вот эта хрень. Ой-ой-ой-ой. Собака эта. Так, вот что-то. Что здесь? Здесь вот в левом углу этот самый Барни сидит. Вон там вот эта собака, блин. А-а-а, понял. Ты вот там меня съели, а? Кто-то тут, блин, повелитель мог. Где-то вот... я тут видел, когда летал на свободной камере, что сверху. Да вот здесь вот, блин, так и... Вот она, подобрал. Эти штуки всегда были такие дурацкие, честно говоря. Оп. Вот я... А, подожди, давай сделаем так. Как там скидывать оружие на Q? Я забыл. А G, вот, лови. Да мне уже не нужно, я же там подобрал. А я вторую забрал. Да забей. Пошли дальше. Нас Пандор ждет. Да. Не, и так нормально. Я наблюдаю за. Так, так, подожди, они сейчас подойдут к нам. Ладно, ящик можно не трогать. А вот это надо потрогать. Давайте, кто кого? Ага. Ну чё, поползли вниз? Ну да. Там внизу ничего нет, интересно. Ой. Ой. Ой, тут аптечка. Не аптечка, это щиты. Тут это. А, черт, убери. Такие задел. Ладно, похер, блин, а? Оно еще взрывается, зараза.
ядрит Мадрид. Бесит. Зараза, да? Да. Так, что там дальше? А нам походу вот сюда. Музыка из Home World заиграла. Но тут же треки многие. Ой, тут. Тут акула под водой. Ой, да-да-да. Тут же многие треки, да, в катаклизме почему-то из Home World, и точнее наоборот. Замечал? Тут не поймешь. Бага из пистолета можно стрелять. Да не, по-моему, тут с халпы. Обычно. Или в халпе. О, ну, да. Давай, выплывай уже. И тут шестеренки. Ага, вижу. Черви какие-то. И черви. Да. Личинки какие-то. Тут еще горячо очень. Не сперматозоиды случайно? Меня жрут. Похоже. Меня перекус... Меня... Мною перекусили. Как да. Так? А ты тоже что ли умер? А нет, ты жив. Я жив. Не надо тут. Я вас всех спасу. Короче, там где я надеюсь, там где черви будут, не иди туда. Ёкарный бабай, дай. Ты гранату что ли скинули? Казалось. Они казалось, а вроде скинули, блин, сука, блин. А вот докинули еще гранату. Не надо, блин, суровая. Как тут запрыгнуть? Кто тут придумал? Коллизия. Вот сука, коллизия. Дизайнеры, да? Гей-дизайнеры, сука. И не говори. Блин. Gearbox. Gearbox. Очищается их, не да? Следы. Ну давай уже. Мне надо друзей респавнить. Лучше бы возродили Mad Dog Studio. Отдали бы разработку им. Ой, Barking Dog, точнее. Так они и так нормально. Barking Dog делают, да? Да, не Ванкувер какая-то хрень. Ёкарный бабай, что за танк такой? Нет, сынок, это фантастика. Танк так долго не живет. Вот. Когда я был маленьким, я просто пробегал. Через кучу сохранений. У тебя здоровья так много. Ой, да-да-да, надо отойти. Все торвется, зараза. Еще непонятно, когда вы там возродитесь. Наверное, на следующей карте. О, лифты работают, прикольно. Thank you.
что, где вы там? Пандора, а у вас цены на игры в Steam тоже недорогие? Или как в евро все очень дорого? Да дороговато как-то. Угу. Но у меня, по-моему, эти доллары. А, понял, да. Значит, тоже дорого. Просто у меня вот аккаунт, получается, европейский сейчас. Цены на игры стали в 3 раза дороже, все. У меня что-то 6 кп, я что-то понять не могу. А тут по зелёному не ходить. Стой, 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 давай тебя подлечу. Останется с нами. Все будет окей. Окей. Ой. О, а, ой, ядрит, смотри. Да ёкарный бабай. Ты должен был умереть. Воротами. Отличи меня. А как? То у меня как-то 50. А как? Подожди. Первое, только не аптечка. То есть только не ломбик. Только не монтировкой. А, я понял. Подлечи, но не монтировкой. Вот и все. Ой. Ого, там эта пушка. Еще немножко можно тебе? Она на вас нацеливается даже как. Она нацеливается даже сквозь стены. Давай, Пандора, ты сможешь. Все, уничтожил. Yeah. О, левел чендж. Все. Замечательно. Yeah. Я живой. Как живой, но не живой. Ты где? Да, где? А, ты тут? Почему? Потому что. На машине поедем? Ну да. Ты все трясется? Да не говори. А клизмом веет. Ой, крокодила.
какая-то. Ой, тут сейчас будет бойня, наверное. Да, тут будут эти ассасины. О, понятно. Надо убивать чем-то одноразовым. Бежи. Ай. А, кто-то сзади. Вижу, вижу, бежит, бежит, бежит. Только он сзади, да, убил. Да не, нормально все. Смотри, не перегрейся. Сказал, что он может перегреться? А ты забыл, да? Ой, бляха, муха. Там сюда. Ой. Крутишь, крутишь, я такой думаю, а, чувак, наверное, знаю, что делает. Сейчас она перезагрузится. Но не быстро. Это через полчаса. A few moments later. Впрочем, нам сюда дальше, по на втором этаже. Там, по-моему, какая-то хрень должна быть. Опять нас хватит или что-нибудь в этом роде. Вы как Карен и Имаджин. А, Рэйчел не хватает. Угу. А вот сейчас будет. Сейчас Рэйчел появится. Да. О. Я буду вашим электронным эхом. А ты уже опять? Да я попал под этот под взрыв ракеты, и меня потом мухи дожрали. Неприятно. Ничего. Ладно, поехали традиционным путем. А, почти. О, пылесос дали. А у меня будет? А ты заслужил? Конечно. Хрена у тебя сзади ящик. Понятно. Протестировал. Работает неплохо. Но можно было лучше. Прощай, Пандора. А ты куда? Я вниз. Меняйте левел. У меня тоже есть пылесос. Ну что, здесь как обычно нужно все соединить вместе, чтобы работало. Кля-кля. Thank you.
activate both pumps. Flood the reactor. Let that accident pipe down there will take you to the core. Time is short. Да что ты присосался, все зацал, блин. Тут вон подствольник лежит. И сверху еще что-то лежит. Он еще лежит. О! Ну и чё? Чем как вандалы. Разрисуем все. Ага. Запылесосили. Обращайтесь, профессиональные уборщики. Служба клининга. Да. Разбудите Хиггса. О, как красиво. Да. Ага. Подводным плаванием. Не планировали заниматься? Синхронное плавание. Это не крутится. А чего она не крутится? Хера знает, что она не крутится. Бесит? О! Закупилась. Что-то тут должно было подняться наверх. Ну, видимо, рановато. Видимо, да. Надо вначале туда, потом. Вид потертое седло. Ага. И ветер бередит. Какую-то там рану. Ничего не понятно. Не нападай на моего товарища. Я он не время в рукопашку полез. Да, ну ладно. Танк, реактор Access Maintenance Station. Вниз. Да нельзя, там закрыто. Нам надо в другую сторону. Да ёп просто. Не подходи, я полетел. Ghostbusters. И не говори. Да кто там стреляет? Блин, зараза. Откуда ты вылез такой красивый? Не, ну действие вот это ж Е, да? Да. Да. Вот помп стейшн мы идем, наверное, сюда, все правильно.
Видимо, надо помпу включить. Ага, Тимона и помпу. А извини. Чё-то не то. Да. Что-то мне помнится, что здесь... А, вот. Чё-то я включил. Я включил помпу. Вода поднимается. А, ну и тогда можно будет уже... В это... О, да. В этом, вода. Там, где было... Еще танк. О. 02, танк и пам-пум-пумп 2. Пум-пум, да. Ладно. Где пумп? Акуна матата. Вон я пумп. Я пока тут плаваю. Не знаю, что делать. Устроился спа, да? О, вот сюда получается. А здесь все завалено. А, можно пролезть. Что, можно пролезть? Да. Вот тебе раз. Ой, а можно назад улезть, пожалуйста? Ждите меня. А. Что-то слишком жестко. Где мой пылесос? Это вентиль. А вот. Ой, я застрял в текстурках. Круто. Подожди. Спасибо. Нет? Не помогло? Нет, и кстати, мне даже дамаг не прошел. Я походу где-то между мирами застрял. Слушай, да. Ладно, пишем. СВ, нижний пробел. Читс. Бел один. Но клип. Помогло. Здесь просто пишем килл. Спасибо на воде. На воде не держусь. Не подходи к вентилю, не подходи. Неужели я такая жирная? Ты там кругами на мат, круги там матываешь. Ну а что делать? Фитнес. Ага. Окей, вот теперь можно пойти понырять. А это ты? Бульк?
быстрее это. Чё-то не понял. Ой. Без 100 грамм не разберется. Ой. Хорошо, что память хорошая. Каким-то образом я еще помню все эти уровни. Открылась, а там женщина с базукой. Я спряталась. Подлечи меня, пожалуйста. Спасибо. Эй, вот оно, наше место родное. Ага. Ух ты, а тут еще одна буква H. Фига себе. Кареточка. Секреточка. Давайте, добирайтесь. Я тут сам. Да, хороший сдох. Вопрос, добраться. Попробую. Как бы мне добраться? Ай, ёкарный мобай, я нажал на эту хуйню. Ёб твою мать, тебе упал. Ну, вот так. Там на эту платформу можно, когда она поднимается, на это кольцо. Ну да, вот так вот, да. Собственно, на двери каких-то надо добраться. Кольцом можно было ходить. Ну, да, кроме тех случаев, когда оно очень близко. Так, там-то был. Вот, 0-2, наверное. Или врат, или что? 0-2, вот. 0-2, 0-1, посмотри. Непонятно. Вот, на эту колечко тебе подняться надо, тогда ты спокойно сможешь добраться, куда следует. Ай, почти. А ты, ё-моё. Да, нехорошо получилось. Чуть-чуть. Хикс, на кольцо, пойму, на кольцо, да. И к дверям. 0-1 двери? Да любой. Их 0-2. Можешь вот, да, ну да. как колбасит. Труп Пандоры. Вот. Красавочка. Вот там. А тут нужно обе двери. Так, а я какую нажимал? Первую или вторую? Вторую. Вторую. Все, иди на кольцо. Ну или почти. Вот теперь надо переходить на эту.
Супер. Портал открыт. Ничего святого. Все. А, так вот можно вообще спокойно ходить было. Да, только тебя можешь придавить сверху. Давай, переходи, переходи, переходи! Ну, красавчик. О, господи, а дальше куда? А вот. Хорошо, в портал не нырнул. Ура! Ага. Да. Ничего нету. А вот. Ну да, вроде ничего нет. А во, мы сейчас в Дэн попадем. Уже? Да, вон видишь. Сейчас нам дадут прыжковый ранец. Это тот самый Яндекс.Дзен, да? И не говори. Вы хотите сказать, мы всю халфу прошли уже? Почему не берется? А, да, Е. With my brains, and of course, you owe us nothing, Mr. Freeman. But you've come this far. You know as much about this as far as I go. Enough to know that if you don't wipe it out, there won't be much more to come. Yes. So, дверь открывает. If you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. He will open the gates for you, Mr. Freeman. Do hurry. Don't forget to gear up. Я понял. Cover you while you're waiting for that portal to warm up. О, скрипт. Скриптовая сценка пошла. This, Mr. Freeman, is a long jump module created expressly for navigation in the world beyond. I certainly hope you have a long jump training. But once you're in the den, you will need it. I would advise you to be crossing over. Можно мне убить ученого? Да не паникуй, барни. Hello, Freeman. I'm up here. Practice your long jump if you must, but hurry up. Control правил вроде как был, да? Да. Ага. Ну хоть я не стою в опасном месте. Тут сразу не разберешь. Игра патронов 222. Ага. А МП5 не дали. Называют вот этих летающих, я забыл. Не знаю. Голова члена. Ну, Елена голова члена. Это не Хилан. Да. Да, не Хилан, точно. Но не Хилан, по-моему, большой. Это маленький. Это мини не Хилан. Мини-ми, да. Короче, надо прыгать. Опять не получилось. Куда?
It's ready. You must go now. А вот сюда. Вот. А, сколько это время? А, вот и перепрыгнул. А ты о, куда получилось. Взялась? Ой, черт. О, понятно. Не, я допрыгнул. Ну, я забыл туда. Просто, я забыл просто, какую кнопку нажимать. На вопрос. Водица живительная. Ага. Можно мне здесь остаться? Ой, здесь. Делать вообще надо. Платформу знает. Там внизу. Короче, залезть надо. Происходит. Араб из-за стены с РПГ выглядывает, нажимает да. на курок и заглядывает за угол и стреляет в угол. Да, да. Это точно про меня. Молодец. Дрядушка, умничка. Ты слишком долго думал. Я подмечивался одну взять, а чтобы не все собрать сразу. Жарим ей яйца, крестим лучи. Яйцо. Так, я не понял. О, побежал, побежал, нет? Нет. Я как настоящий Джон, или как его назвать, буду отстреливать ей яйца с магнума. Я уже весь магнум потратил. Я побежал. Так, тут будет сверху. Ага. А можно, может быть, побыстрее так, кто там хочет? Кто там хочет взять? Смотрите, а здесь какие-то эти сверху. Да, сюда, сюда. Со блоки. Все выжили. Да, но не забрали это. Я застрял в блок, так что мне норм. Щиплется, да? Щиплется. Меня убило. Меня убила Момма. Кто? Killed by Momma. О, все, она пошла пробивать. Нет? Она бегает, как моя собака, когда хочет покакать. Туда-сюда, туда-сюда. Сейчас местечко найду. Вот здесь самый раз. Сейчас здесь сяду.
Нет, я передумала. О, пошла. Надо вниз сходить. Трень. Привет, как дела? Ты что сидишь на мне? Был бы у тебя женский персонаж, я бы вопросов не задавал. Блять. Что? Говнари эти мелкие. А, да, есть. Их только был ломиком. Угу. 10 хп, это великолепно. А! Сука. Добро пожаловать в клуб избранных. Блин, ни хрена себе. Да. Где там четверочка? Как там? Вы последняя надежда команды. Подбери эту рельсу, что ли. Где мой политоп? Яйца, 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 да? Больно? Очень за привидениями. Накидало, блин. Говна. Да-да-да. Иди возьми эту броню. Отливей тебя, нет? Да нет, наверное, я снова могу. О. Это было забавно. Это забавно, когда ракета врезается в эту мелкую дреноту. Это забавно. Больно. Нет. Блин, эти... Они имеют ту самую твою любимую коллизию, но при этом мелкий, сука. О. Ой, ой, что с... Сдохла. Паскуда тварь. Паскуда. Жрёшь? Паскуда тварь. Ты как там говорил? Я тут немножко посижу, вы не возражаете, ага. Да? Поступался. Так, ой. На самом краю. Кто ж так телепортирует, а? Телепортируй это. Да, и это. Как там было, телепрограмма «Сдохни или умри»? Да. Именно так. Бегущий человек. Ну все, я сейчас разобьюсь. Леха-муха! А, я промазал. Ты залази, тебя... залази сюда. В тебя возродить, Дред? Зачем? Дред... А Дред тоже? Нет, это я помер. А, это ты помер? Я... Ну, меня давай. Опять сосала опасная трясина. Давай, где же эта штука? Вот я на этой штуке провалился, она где там исчезает. Почти. Пока. А ты можешь регулировать свой полет. Да ёб твою мать, что ж я не могу туда. Так хорошо запрыгнул на нее, а я вот не могу. Точка! Можешь мне просто сдохнуть, и а то вы как-то там скучаете. А там в подвале есть возрождалка. Да. А. Понял. Ну давай. Нет. Это не тот подвал.
А где подвал? Видишь, он тебя отторгает. Правее иди, стой, назад. На, это другой, это не тот подвал. Вот прямо идешь туда, да, левее. 90 градусов налево, блядь, возьми. Вот да, вот туда, левее, еще чуть-чуть за этот холмик зайди. За этот холмик, блядь, зайди. Вот, да, 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 да. Где-то вот тут вот вход. Вот он. А, весь подвал. Да. Да ёхрена бывай. Это вот... какой? Минус первый этаж, да? Цокольное помещение. Вот сюда вот ныряешь. Вот сюда вот ныряешь. Сюда, да? Да. Да. Вечно тут заставляет куда-то нырять. Да. Ползешь вперед. Все еще ползешь вперед. Ты знаешь, как... насколько глубока кроличья нора. О, да. Все такое. О, да. Вот. И на белым кроликом. Да, туда, в следующий зал. Только аккуратно здесь жевалки и крокодил. И здесь есть этот. Вот, она с другой стороны и... Здесь есть буква У. Ю. Пару. Вот, видишь, напротив тоже хрень, которую можно раздолбать. Да. Вот. Вот там и возрождалка. Здесь же подъемный механизм наверх, если что. Да. Вот прям перед тобой. Сейчас здесь. Подойди к ней и погладь ее. Это вот даже, это вот даже выглядит, да? Смотри. О, да. Боже, как глубоко. Какой большой. Да, царь горы. А я-то это самое остался, а он же это набухает и меня чуть не раздавило. Боже, просто великолепно. Все, ты молодец. Оно должно же, или оно только один раз падает. Что, возрождать? Что падает? Нет, ну это труба только один раз поднимается. Нет, почему? Нажми Е, подойди, нажми Е на нее. Ну, использовать. А он это я должен подойти. Я подошел. Отлично подошел. Ты молодец. Ты хорош. Я нажал пробел, он не прыгнул какого-то хрена. Да? Ну. Коллизия. Любимая. Ага. Родная. Ну ладно. Но ты близок к успеху. Ты думаешь? О, красавчик. Вы видите мои граффити? Хочешь, я покажу тебе что-нибудь другое? А где ты? А вон ты. Блин, он с такой тварью, а? Просто вот отсюда творился. Можно прямо туда запрыгнуть. Куда? Вот сюда. Оп. И все, разбирайтесь там сами. Демагей. Мне и здесь неплохо. А большего мне и не надо. А вот, скрипты заработали, да? Скрипты заработали. Или это ты озвучиваешь этого глазика? Ой, действительно, у него коллизия есть. Да, только посерединке нету. То есть наоборот, посерединке есть? Да. Посерединке есть? Да. Там есть что пощупать. Просто великолепно. Да ёкарный бабай. Ух, 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 ух. And... Ага. Ой, 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 ой. Что произошло? Ой, ой. Что происходит? А я вот не знаю, что происходит. Ой, ой, ой. Я просто не понимаю, куда идти вообще тут. Кранч. Что вообще происходит?
Что происходит? Происходит... Происходит что-то непонятное. Битва титанов и, блять, пылесос. И пылесос. Что ж. Все? Что произошло? Если вы переживали, что мы в Little Company не поиграем. Поиграем только в таком виде. Да, олдскульный Little Company. Да. Так, кто там у нас сверху летает? Вон там один. На втором этаже. Блин, встал сюда и лифт опустился вниз. Неужели ты такой тяжелый? Да. Кто тут? Дети, угадайте, кто я? Такой тяжелый, а? Еще один хуй. Английский же петух будет раста, рустер, да, и кук. Да, рустер. Кук? Кук или кок, тот же, кок, да? Кок, да. Кок, кок. Значит, тим кок это тим петух? Это еще командный член. Нет, он кок. Это еще и командный член. Кого там раздавил? Не знаю, вроде все живы. А, хорошо. Подался он, подался. Так, вот кто-то упал вниз. Бляха мух. Что это я? А я тут тебя с аптечкой ждал. Да, нормально. Тут комната, кстати, есть. Тайная? Тут, кстати, значок есть внизу, который позволяет респавнить. Ну, здорово. Который позволяет позволять? Позволяет позволять, да. Я! Yeah. Так, кто здесь? Куда здесь? А вон там. Ой. Так, там осторожнее, там бочки. Да. Ляха-муха. Да что ты не стреляешь? А у меня дробовик взрывной, я не хотел бочку вскрыть. Отлично. Но все равно это сделал, да? Ну, а вы ее вскрыли? Мы ее вскрыли. Нет, я же не сделал этого, вроде, или открыл. Ты открыл. Так, сейчас, пылесосом. Пылесос. Сверху. Два или три. Или раз. Мочи. Что происходит? Так, Хикс, иди полечись. Спасибо. Так, что там? А, здесь перемещалка, я понял. А я когда сюда летал в режиме ангелы, здесь ничего не было внизу. А, типа, поэтому я говорю, что здесь ничего нет. Да. Ой, подмена локации происходит. Подмена понятий здесь происходит. Какая-то жесткая была несилова в оригинале. Да. Без F5, F6 не обходилось. По-любому. Или F9, я уже не помню.
Без их пятки, короче. Леха ему как крутит. Крутится, вертится шар головой. Йоу. Голубой? Не надо голубых. Как здесь страшно. И не говори. Там такие звуки страшные. Привет. Как дела? Ёкарный малый. Как не родила. Так. Что это за, блин? Самое тупое, что можно сказать. Нормально. Нормально. Так, и куда мы пришли? А где вы? А вы там в это. Можно меня подлечить, пожалуйста? Нет. О, да, продолжай так делать головой, это просто великолепно. И все-таки где мы? А где мы? I don't know. Видимо, нам нужно обратно. Видимо, здесь было только вот эта вот хрень. О, хай, Марк. А вот там типа другой вход, да, или что? Можно попробовать перепрыгнуть. Можно удариться головой. Не, там вход с другой стороны. Ходи. Опа! Перепрыгнул? Молодец. Да. Не-не, все правильно, правильно. Я просто хотел тебе заблокировать вход. Хорошо. Ты не... А! И бака, которая наводящая. Где пылесос? Пылесос! Я тоже не понимаю, где пылесос. Крестим лучи. Угу. Так. Тут еще одна ебака. И еще одна ебака. Ребят, сколько вас тут? Я реально не понимаю, куда тут идти надо. Вроде как, короче, наверх. Вниз идем. Идем вниз. И нет, еще нет, одна ебака. Сюда. Я нашел, куда Сдец. Идти. Это было... Бля! Все. На самом верху та хрень, которая крутится, это level change. В самом верху. Понятно. О, да. Охотники с привидениями. Ghostbusters. Просто Бастерс. В нашем случае просто Бастерс. Давай, спускайся. Ну, блин, а как ты? Вот да, туда перебегаешь. Вон пылесос возьми мой. По центру валяется. Да я это я взял. Хорошо. Вот на эту хрень. Потом еще на одну хрень. Полисорб взял. Выходи. Вон сзади еще одна хрень. Вот на ту хрень и еще да наверх. Не успел. Что ж. Ну тут очень такое. Смотри. Я вчера реально приезжаю, приехал. Такая... Да. Ну что. У племянника день рождения же было. Я приехал, а мне надо было в гараж еще сходить. Сам, ведь сам вышел. Смотрю, машина стоит, буксует, на днище сидит. Хожу, думаю, ну можешь подтолкнуть, помочь чем-нибудь. Ходит два пьяных тела. Просто в отчечило. Приехали каким-то образом сюда, застряли, не могут выехать. Я так посмотрел на все это дело, как представил, что сейчас эти люди поедут за рулем. Короче, я отговорил этих людей совершать глупый поступок и отвез их домой. То есть ты отец Тереза? Нет, ну мне заплатили. Продолжай. Я даже оставил свой номер телефона. А утром мне пришло смс, говорит: «Привет, помоги, пожалуйста. Скажи адрес, я не знаю, где там моя машина осталась». Ты
Теоретически надо развалить. Кристаллы? Обину ему. Да, кристаллы. Понял. Да, быстро уничтожаем кристаллы. Зачем так высоко подбрасываешь? Я же сейчас разобьюсь. Ой, кто-то мне посрачник дал. На 90 хп аж. Больше нет. Ей. Ей. Опять мне посрачник дали, да что ж такое? А! Сука! Какой? Ну как какой? Прыгучий клад. Самый блядский прыгущий клад. А ты тоже умер? Нет, я не умер. А, ты просто... Оба живы. Телепортированы? Да. Как говорил мастурбист, we live. Я не знаю, что здесь... Не... Саш, ты так со мной, а? Чтобы ты страдал. Не получилось. Ладно. Что ж. Че, тоже? Все, ГГ? Смотри, смотри, где его голова лежит. Захват. Буди нас. Я надежда на твою спину. А где нас... я вас разбужу? Ты нас будешь? Буду. Давай, я покажу тебе, что у меня стоит. Давай. Так, а где есть Будилова? Я покажу тебе софт. Будилова, да. О, что-то у него там башки уже. Развальцовано. А! Нахуй иди со своим телепортом! Блять! А вот тут вот, кстати, вот сразу же иди нас буди. Да-да-да. Послушай, как это двусмысленно звучит. У меня есть софт. Я покажу тебе, что у меня стоит. Да. Мягкий, да? Мягкий, но стоит. Мелкий и мягкий, да? Да, и мелкий, и мягкий. Что? 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 Ну, что? Что? Нет, я первый был. Сволочи. Сзади тебе, сзади, обернись. Да. Блять! Страдай! А, надо было за это самое. О, меня сюда же телепортнуло. Какого хрена? О. Ну вот, смеялся над тобой, а сам оказался тут же. Эй. А чё она закрыла башку свою? А? Бля, я упал опять сюда же. Ну какого чёрта?
Я пролетел через его башку и побил его монтировкой прямо внутри в голове. Мне кажется, это победа. Отлично. Да? Конечно. Может ты... А, я должен просто запустить ему в голову тараканов. Бля. Тебя убил Ален fucking slave. Fucking slave. Bloody fucking slave. Fucking slave. Выходит, помню, это говно бросаться, а? Пишу рот. Ура, я вернулся. Хорошо. В лучших традициях Resident Evil с большой пушкой. Девушка с большой пушкой в руках. Э, куда меня за... Блядь. Там, кстати, кофер по правую руку от тебе. Кикс. Да-да-да. Если я просто это самое подлечиться решил. Дело хорошее. Куда ты поехал, да, сволочь, да? Ну. Кстати, если что, я стою рядом с возрождалкой. Если кому надо. Круто. Можешь возрождать? Да, чё там? Да? Оба умерли. Нет. Нет. А вот тут накидывает гранат. Главное, чтобы они не отвалил. Я не успел. Можешь возрождать? Ей! Ай, блин! А походу убили. Да? А, ну да. Ей! Или... Как на это посмотреть? Походу никак, сейчас просто... А где тут... Полщит. Телепорт. Сейчас посмотрим на Джимена. Ей! О, дядька, привет, как дела? Гранд мерси. Давайте его... Трое, может забьем его просто? Сейчас, все оружие. А пино, я знаю, что это... Можно? Блин. Я знаю, что чемоданчик отлично заходит ему в одно место, причем плашмя. Как же так я не успел сделать? Ну-ка. Что ты не успел сделать? Что ты не успел сделать? Вот так, вот, смотрите на меня. Где ты? А, подожди. Отлично. Я одел скин Джимена? Да. А на кого он смотрит? Он только на меня смотрит или на вас смотрит? Он на тебя смотрит. Потому что я... Нет, не потому что он хост, а потому что... Блять. Что за парти Джимена? О, можно же выпрыгнуть. Так, о, как там в угол, да? Нет, тут там она двигалась, а здесь походу. А, здесь она не, да. Здесь этот самый. Мы просто в начале, когда только начинали, мы. Это самый ранний тизер к Интерстеллару. Смотрите вперед. Сейчас Ханс Циммер заиграет. И тем не менее, это же еще и вагончик с метро. Так, здесь должна быть бабка сидеть, да, и смотреть в это окошко. Я не пойду никуда. Ну, пойдет, мне хорошо. Мне здесь хорошо. Сейчас же нас закинут к этим самым, да? Да. В толпе мужиков. Мими с дивана. Смотрите. Можно и не закидывать. Черт. Спасаемся. Дверь закрывается. А чё? Боже. Мы отказались. От мужиков? Как мы могли? От работы. Как мы могли? О, музычка заиграла. Жалко, ты её не слышишь.
Да пошел. А она заиграла. О, да. Какой техно. Да заткнитесь вы уже! Я даже головой качать начал. А, какие виды. Я прям перенесся 90-е. Да-да. О, женщина запела. Голос-то какой. И на этом все, дорогие товарищи. Спасибо, что смотрели. Лайки, подписки. Вам приятно, мне полезно. Обязательно заходите в описании. Там наши дискорд-сервера Кооператив Дружба и Homeworld Russian Fleet. Обязательно заглядывайте. А мы увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. Все, пока.